Глава региона Андрей Чибис провел рабочую встречу с генеральным директором Шиньдунской портовой группы Китая Ли Фэнли. Стороны обсудили важнейшие направления для развития сотрудничества по расширению действующих логистических маршрутов, а также открытию новых коридоров перевозки грузов. Ли Фэнли подчеркнул, что порт Мурманск открывает уникальные возможности для развития логистики, так как способен работать круглый год и не имеет ограничений по размеру судов. «У нас есть товары, которые могут поставляться в Россию через Мурманск», — добавил представитель Китая. Сейчас КНР занимает 4-е место среди стран торговых партнеров нашего региона.